Серый волк – один из самых крупных современных животных в своем семействе. Длина его тела без хвоста может достигать 160 сантиметров, а масса тела 62 килограмма, но может достигать и до 110 килограмм. Волки издают разные звуки, и каждый имеет огромное количество вариаций. Сигнал к нападению у волков – это боевой клич, который подает вожак стаи. Такой звук похож на рычание разъяренной собаки. Также волки могут сообщать друг другу о появлении людей. Обоняние у них развито очень сильно. Волк может обнаружить добычу на расстоянии 3 километров.